музыка. Под музыку можно танцевать, влюбляться, творить, пить молоко. Музыка может быть умопомрачительно дорогой, как первый ряд в консерватории, или доступной, как на смартфоне Lenovo A6000. Конечно, небольшая разница есть, но консерваторию уже не получится носить с собой. Для получения настоящего наслаждения от музыки Lenovo A6000 подготовлен тщательно, начиная от программного улучшения звучания с помощью Dolby Audio и заканчивая стереодинамиками сзади. Говоря о музыке, нельзя обойти проблему лицензионного контента. Хотя в случае с Lenovo A6000 с легкостью можно. Благодаря предустановленному приложению Guvera слушать музыку можно когда угодно и сколько угодно. Было бы подключение к интернету. Но и это не проблема, благодаря модулям 4G LTE и Wi-Fi. Пригодится хороший звук, может и для просмотра фильмов, тем более, что 5-дюймовый IPS-экран с HD-разрешением располагает к этому, а емкость карт памяти microSD, которой можно использовать со смартфоном, устремилась к заоблачным значениям. Все это уместилось в таком тонком, легком и стильном корпусе, что постоянно приходится оберегать свой смартфон от излишнего интереса коллег, которым то музыку послушать, то фильмы посмотреть, то в игры поиграть, пытаясь найти хоть какие-то недостатки производительности 64-битного процессора Qualcomm Snapdragon 410 или забить встроенный гигабайт оперативной памяти. Безуспешно. Так что коллегам и завистникам совет один – идите и купите себе такой же. Мой. Всем пока, не забывайте подписываться на нас ВКонтакте и в Фейсбуке.